Так это вы, наверное, просто мало знаете, что происходит в результате современной войны. А я хорошо погружен в эту войну. И я вижу, что происходит. Так лучше быть подальше от войны. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез,